меня, походу, зависла миссия. Ожидание сервера висит. Пройди, нормально все сейчас. Мы за красный круг не можем выходить, да? Не можем. Да. А тут окопы или что? Или просто в городе? Город. Город и прилегающая местность. Никаких окопов. Ох, насколько 5, помню, 5. Там на квадрат она разделена. Это место, где у них 180 и БМПХ есть. Да. Да. И БТР еще. Кого? А у нас конкурс ЕГС. И куча РПГ. Они в лесу, поэтому они будут гореть, как не знаю кто. В прошлый раз что-то не особо горели. Ну, насколько я помню, БМП еле как ноги унесла, потому что в ней сидел я, а танк, по-моему, сгорел. Либо он работал вообще хрен знает откуда и просто наугад. Не знаю, когда я последний раз эту миссию играл, там бронетехникой разнесли просто полгорода. А что меня на сильно ставят? Да. Вообще не по понятиям. До свидания. Спитер. Зачем мы вообще сюда заходим? Питер? Не знаю, баны бы нам кидать. Скрин-бан. Спитер ушел. Он бы оценил эту шутку. Так, и пока это была шутка? Можешь посмеяться. Не буду. Драка, драка. Так, ребята, Чарли, Бонзай. Смотрите, вот для вас позиции, вот эти холмы. Значит, южная Чарли X2 конкурс. Ваше отделение забирает конкурс, вы его ставите вот на эту высоту, 29-я высота. Конкурс ставите на запад, то есть в сторону города, чтобы он не было его видно. На земле, по-моему, ставят сразу.
Сейчас он нарисует. Ну, это я примерно дал метку. Если они пройдут, если мы будем смотреть северо-восток, то они не пройдут, и северо-запад смотреть смысла нет. Я понял. Ну и туда сориентировать его навстречу, чтобы они, когда в зону заходили, да? Я для Браво написал там, что кто делает. Я понял, там есть...
А зачем вообще нам Урал? Господи, это затащить туда можно. Ну ладно, 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 ладно. У них танк. У них танк. А это всегда клево. Они взрываются, они взрываются. А, взрываются? Да. АГС да. АГС куда? Ну, Джордан же метку. АГС, да. АГС возьму я и поеду с ним, метку поставил куда. В принципе, все, я думаю. Так, а как распределить помзы между Чарли и Дельтой? Я же говорю еще раз, 5 помзов берет Чарли, 5 помзов берет Дельта. Да, все, понял, не слышу. Краб у нас, кто берет помзы? Все, готов. Бишоп. На старте не тупим, ребят. Чем быстрее сделаете все, тем будет лучше. Погнали, они готовы. Особенно Дельта. Вам еще мины ставить очень много. Мины закапывайте, если сможете, чтобы не было их видно. Там в пустыне ставьте, они багают. Взорвутся или... И не повзрывайтесь на помзах, ребята, я вас... Ты их поставишь и с ними, да, не забудете. Да, метки ставьте и смотрите, кто бегает. Когда бегаете по лесам, даже, смотрите. Даже когда будете минировать, не повзрывайтесь. Банзай. Пусть здоров. А теперь вопрос, где трубы одноразовые? В Урал. Обещали. Кто-нибудь нашел одноразовые трубы? Ребят. Можете с ботов снять, ребята, если это. Так ботов, только дыхте. Так, ребята, так, я в Урал погрузил, кто едет со мной, я уже там перечислил, грузимся в Урал, едем. Одноразовый РПГ. В общем, я в Урале жду, где? Последний Урал, я жду в нем. Где Чарли? Ты где? У ящика, в ящике. Слышно. Все. Садитесь сразу. Который перед УАЗиком занят. Паша, давайте первый Урал. Чарли, а там где, еще а в ящике, по-моему, магазины для корда есть. Можете взять там. Посередине где-то стоит. Я за рулем, это первый. Мы прям у нее заспал. Можно вот этот вот Кремль залезть или как-то. Да-да, это она есть. Банзай, а, это... все понял. Кордон. Я взял конкурс. Конкурс я взял. На тебе корд, я при старте сказал. Так, а там тут? Там репит, кто там, нуклеир, еще кто-то должен был, все на месте? Ждем банзая. Здесь кузов не знаю. Первый. Нуклеир. Да, что? Вы еще долго там ищете трубы? Мы едем? Бишоп должен был заняться пунзами. Блин,
Нет. Заебись. Ты что не сказал сразу тогда? Я при прогрузке же сказал, когда встали. А, мы в Урале. Да. Ты нашел трубу, молодец. Кстати, займешься, по-моему? Да. Я старался. Эй, молодой человек. Автомат займ... куда-нибудь уберите, чё мне зубы тычутся? Я слышу, да, я хорошо слышу. А ты плохо, да, слышишь? Ушки-то не надо, мы сейчас порежем их на пельмеш. Так, что-то я заблудился, нам направо, наверное, да? Нам направо. Крайний поворот. Опять направо и потом налево. Жей, самый последний будет. Следующий, да? Да, да, там нормальная дорога. Направо, потом налево сразу. Дурные глаза. Тут власть еще есть, АГС от нуля. Да? Налево. АГС там есть? Да, это Джордан положил, извиняюсь. Я бы тоже положил. Я предлагаю поставить порт, встречать их, когда они будут идти по... Ну, в общем, с того берега. Серьезно думаете, что они пойдут с того берега? С всей кучей пойдут одним фронтом. Они могут через набрать вряд. Да. Но я не хотел говорить, чтобы не посмотрели никто. Поехали. Едем, да? Все, мы на месте. На месте? Нет, мы на месте на этом, но где корт поставить, я вот думаю. Сейчас отсюда посмотрим. О, хорошая да точка, идеально. Обзорность вообще. Да. Туда вы все. Выгрузка. Эй, что за батла сегодня? Выгружаю корт. Выгрузил. Сейчас вилку поставлю. Так, на ДБ, надеюсь, кто-нибудь есть? Прием. На ДБ есть кто-то живой? Там коровников куча, миллионы. Город коров. Это вот хер пойми. Чё там? Я смотрю с этой позиции. Там весь настройки чуть-чуть еще можно дальность. От корда кому нужны 3 магазина? Кого? От корда? От корда. Нам можно притащить. Паш, можно вот сюда тянуться. На куда? Юго-восток. Еще сместиться? Ну ты вот сам можно, приди, да. Посмотри сюда. Просто сам приди, без корда. Ну, такое. А чё, да, смотри, кстати. Здесь вот тот пятак почти весь открыт, кроме березки вот этой. Да. И на северо-восток неплохо видно. Куда-нибудь во вход, во внутренний двор, по центру скинь, мы найдем. Сейчас. Кто на ратуше? Студент на ратуше. Вы там, кстати, остались, когда атака пойдет, вы сильно не светите, вам нужно просто в зоне отсидеться, грубо говоря. Ну, можете маслить, но отсидеться тоже надо. Ужасный холм какой-то, а? Прям не могу. А у них фриз какой-то или нет? Он такой плавный. Да. Высоты толком нет.
Репит, пока можешь спрятать этот урал немножко в углу, чтобы его не видно было? Лучше найти эту церковь загнать. Да, или церковь загнать. Там если ничего в кузове нет, загонять. В церкви кто-нибудь спуститесь, заберите 3 магазина от корда. Меточку бы дал, где там искать. Я, наверное, как далеко убежал, да? Вообще не заеду на церковь. Ну ладно. Ну чё, кто спускается? Сейчас буду. Да, ты скатайся на Урале тогда. За Урал стоит на холме, два чела в нем. Банзай там где? Есть кто-нибудь? Ой, надо бы. Блин. Так, хорошо, Джордан там есть? Понятно. Чё-то даже не знаю. Репит, а ты вперед в ёлки бы загнал вообще, где он был? Я выгрузить этот корд. А? Всё. Окей. Ну, сейчас. Если что, у меня из медицины только бинты. А чё ты? А, так я корт к себе урвать хотел. Если найдешь меня, могу морфина дать мне дышать. Не важно. Прием, Джордан тут есть? Нет. Понял. А связь с ним вообще есть? Нет. Печалька. Да и не надо. Миша, перейди на шорт, кстати. Тут Джордан есть? Тогда или нет? Да. Джордана нет. Понял. А с ним связь какая-нибудь есть? Ну, ДВшка, наверное. А он там вообще отвечает по ней, нет? А у нас нет ДВшки.
Понятно, все печально. Кто стреляет? Понял. Что за стрельба была? Кажется, что кто-то с севера стрелял. Не, это с чупа-чупса кто-то стрелял прямо вот у нас на базе. Дамбу кто-то смотрит из Браво? Да, смотрю. Тейгер неправильно нарисовал. Ну, маркер. Тейгер меньше, чем маркер. Обидно. Кто сейчас в городе стрелял, пацаны, Браво? Никто не признается, видимо. Что за УАЗик заехал? Это не наша база Дельта раскладывает? Нет, Дельта там развлекает. У Дельты уже там война. УАЗик в городе, это кто, пацаны? Наш. А у нас кто там против масла едет? Джордан, привет. На ДВ есть кто? Ну вот, только, видимо, я. Паша, у нас здесь БМП на юго-востоке, внизу у Дельты. БМП? Метку дали? Я дал метку, если видите, должны видеть. На северо-востоке? Это не точно, это примерно синяя метка БМП. Понял. Но она тут у нас катается. Ясно. Там меточку дали на юге от нас, за кругом. Ты в ДВ говоришь, ты в ДВ говоришь. На БМПшку метку на юге дали. УАЗик же наш? Да наш. Еще раз спросите. Так, начался момент, когда я тащу корт, по-моему. У меня такое чувство, что сейчас самое время перетащить его в другое место. Сейчас я найду место, куда переориентировать. И сменю место. Че за стрельба? Война на юге. На юге, да, война. Быстро не доехать. Угу.
Кто-то помню нашел. Так, пойду перетащу. У Кочегара на востоке контакты, походу. А нет, это минус 50 бой. Я думаю, что за восклицательно. Ну там, возможно, тоже люди будут, потому что мне это тяжело. Тащить на чупачу. На 120 здесь стоит. Да, на востоке. На юге. Не, уже юго-восток. Это чисто восток, Кочегар там. Восточный. То есть меня не тащить? На юг нет, на восток можно. Я не знаю, ты там, наверное, своих можешь покосить. Чё тут? О, Вера тут. А у них есть глушитель? Да, у них СПМ какой-то есть. Чё-то какие-то звуки у меня сейчас странные. Там пульки. С пулемета, когда стреляли, в твою сторону летело. Такое глухое попадание. Ладно, потому что ничего не было. Воображение. АГСом что ли поливаю? Ничего это не извлекается. Ну вот я наблюдающий Кочегар. Либо это базар, не точно меня придет. Паша, я с юга еду, боеприпасы вижу на возе. Да я думаю, они нам особо не понадобятся. У меня так три магазина. Ленты, гранаты, отклады, понял. Не, мне не надо. Пулемета. ГПшки. Кто подходит? У меня рядом кто-то бег. Да я тащу. Да-да-да, вот сюда тащи. Тут можно. Паша, на связи? Прикрыть. Да, на связи. Нормально, я перемещаю, чтобы сориентировать на юго-восток пулемет. Сколько ты человек в городе оставил? Троих. А третий мерку не может поставить на себя? Видимо нет. Стоят тайм без рации. Понял. Стоят тайметки. Цепи, боеприпасы, берите. Что за стрельба в городе? Ребят, там берегу, я с дельтой связывался, там по берегу идет раш. Бэха проходит. Там аккуратнее, на 100 будет, а свои вот на сушки будут. Так, ушел с КВ. 130. Боеприпасы, церкви. Эпит либо в рацию, либо Гру Коронча здесь. Понял. Я берег понял, смотреть, там сказали, пора по берегу идут. Идут по берегу? Да, говорят вроде как по берегу. А метки нету, они, по-моему, про другой берег говорят. Ну, может быть. Южный, там нарисованы типа песни. Да, скорее всего. Ну, что, подтащим корт еще туда в город. У тебя, ты по дальней с ними общаешься? Нет, у меня не дальняя, у меня кошка. А, ну, значит, нет. А много народу-то по берегу идет с юга. Наверное. Сейчас слушал рацию у 1-1-C, как я понял. У них прессуют пехота с востока. Ну это логично.
Потому что это нарисовано контакт с нашей стороны. Какой-то, ну просто метка какая-то, техника. Контакт? Да, да, нет, типа нет, вон нет, синие метки, юго-восток. В городе что-то тяжелое уже катается с юга. Да, ну там БМП по берегу идет. Что-то выбили. Что там сгорело? Так, сейчас переориентируем. Можешь перетащить? Я поверну. Дай. А это БТР стреляет по Чарли. Да, танк они не нашли еще. Поле, что за ПКМ бежит? А, не мы, я лежу. В маске ПКМ наш, да? В маске наш, да. Почему не отзываетесь? Ну, наверное, это Чарли тогда. Потому что у нас единственный пулемет — это я. Рядом уже начинает ловиться. Угу. Я думаю, может мы в эти ёлки на ближе корт потащить туда. Давай я пройду сейчас. Да, посмотри. Там у тебя снаты нуклир. Здесь пологий спуск и ёлки. Понятно, смысла нет. А чё нуклир? А это вообще ничего не вижу. Я поближе подойду. Или там поиграю. Там в чатик мне в этом в стриме написали, аудитория написала ясно. А, это ему ответили ясно. И кто-то смайлик поставил. Там момент уже, когда я курс поставил. На старой позиции. Steam Sniper. Я тут, в принципе, позицию нашел, сейчас перетащу. В город сориентируем. Позицию хорошую нашу. Буду врага принимать. Как я понял, они на высоте конкурса тусуются. Кто? Чушаки? Да. Я видел там одного. Ну, на высоте конкурс. Это который восточнее, да? Это который южнее. Конкурс. Метка стоит на нем. А, вон. Я, видимо, корки вижу. Но они их давят. Как бы своего не завалить.
Так выйди на КВшку ихнюю, если будешь работать в их направлении. Да, чё я им скажу? Кто стоит, о, свой тип. Скажешь, лови, лови. Ну да. Поймал, нет, еще. Да-да. Блин, я наблюдаю, техника, походу, едет сейчас. Там с города? 120 БТРка, да, 120 от ПЗ позиции. Практически. Понял. Попробуй по всем каналам передай. 120. БТРка от нашей позиции от ПЗ, где корд был, 100 на 120 БТРка едет. От позиции Браво на 120 БТР катается. Как понял? КС больше не работает, по мне он работает. Так, я устал, уже тащить не могу совсем. Ложусь. Ну, район Бонзай, я что-то это, конечно, не вижу. Паша, неужто ты корт тащишь? За складками, он в сторону корда едет. Блин. Да, тащу. Вижу кого-то, по-моему, это наш. И его подавляет. Парень за деревом, к нему бетер по ложбине. А. Между сисечек проходит, где я на далеко до туда, надо бежать. Там синяя рано. Метка, синяя полоска, Паш, передай я... там бетер. Передай по всем каналам, там бетер, чувак там бегает с трубой наш. Там враги все тут идти опасно. Там рацию могли подобрать уже. Да. Че, сдвиг? Ну, похеру, они-то знают, где враги. Они-то знают, где они сами находятся. Наша метка на бетер. Вижу, больно? Вижу. Да, он двигается по этой ложбинке. Внутрь входит. Кир, ты можешь скорректировать ЭГС? Работает по железке, я вдоль железки. Да, могу, стреляй. Если увижу, скорректируйте, бейте в ложбинку. Ближе к городу. Ближе к городу, ближе. Юго-восточнее. Ближе, между, прям возле железки непосредственно. С южной стороны железки. Все, парни, меня свалили. Он остановился. Репит, он у меня в зоне или не в зоне? Мрак, вот я его вижу, сейчас скажу. 120 ровно, 121. Что-то бомбанул. Он на железке ставит? За железкой, чуть-чуть. Вижу его. Могу направлять. За березками, за березками. По колесам можешь ему бомбануть, нет? Ну, наверное, если это он. Это он, да, он прям за березкой стоит. А сзади него дерево большое. Попробую. Я быстро с Чарли свяжусь. Так, Репит, будь готов тогда бежать, если он начнет по нам долбить. Я понял, я правда не знаю с этими... Так, что, бить по нему? Да, давай. Бери чуть правее, чуть правее. Во, отлично. Без заряд. Это наш же чувак с РПГ был, да, Репит? Убежал, Репит? Ты тоже с нами? Да. А Репит убежал? Давайте забаним Каркара сейчас за читы. Огнем. Но живой. За читы давайте его забаним. А что у него там? Да выдержал обойму из БМП. Проснулся и взорвал. Отлично. О, кто-то на мине подорвался. Мои минки работают? Да. По-моему, кто-то там только что взорвался. Я думал, они, ну... Так, это мины взрывают. А там еще танк прикольно. Остался или что? Один танк остался. А танк я еще в колеса не лежал. О, я выбил, по-моему, колеса бетера. А кто на бетере? Спитер, Ворон, Прайс. Чеки-брики вижу на Ворон, бетере. Да, выбил. Колесо ремонтирует. Блин, да, Репит, ты взял бы это. Добил бы. Что не приземляй. Чёрный сотник.
А чё эти мины взрывают, не могу понять? Их этот танк взрывает? Это танк взрывает мины? Это танк стреляет фугасами. А, не мой. Просто там мимо. Ну, там у нас, да, стоят мины. Они что, пытаются мины взорвать, что ли? Они уж парочку взорвали. Блин, репит, перезарядил бы. И я тоже. А что ты не перезарядил? Кого? Пулемет. Чей? Этот, что ли, Кор? Который мы долбили. Так я не собирался сказать, я тебя просто проверил. А, понятно. Я думаю, ты сейчас добьешь, но мы колеса короче мы выбили. А, то есть мы все-таки это нормально сделали. Да-да, ну, мы хорошо, хорошо. Ну, там у них хоть бета есть. Ничего Ван страшного, мы их задержали, главное. Ванзай. Вот и все, и нет все, ему. Все. Отлично. Да. Это кто ему дал так? Ванзай. Мы задачу нормально выполнили. Силы задержали. Сейчас сегодня еще парочку замаслит. СПН тоже отлично поработал. Да. Слушай, а белые это кто? А, это просто эти. Да. Наших, оказывается, немного. О, у них еще танк, ёшки матрёшки. Джордан там с ЭГСом развлекает. Угу. На краю, заметьте, на краю карты. Вообще никого, никакой войны у него, ничего, он выживет до конца. А где он? На западе. Дорога вот идет, которая на электростанцию. Ну, танк живой еще, ух ты. Я и говорю, Спиттер еще там что-то подержается, зараза. А что так долго взрывалось, что-то там и два раза выбивали БМПшку, что ли? Вот как форвард выжил, его скорка попал. Бывает. Ну, вообще-то, попадание 12,7 мм пули в любую часть тела, это смерть. Керамический бронежилет. Да ладно, Пашу тоже, знаешь, сколько долбили с этого. Блин, а там чё? В жизни, если в конечность попадет, конечность отрывается. Это как бы... Я тебе говорю, керамический бронежилет. На все тело. Пипец. Да, МСЯшка будет таким количеством. Да у них танк, если сейчас... Вот сейчас Банзай догадается конкурс занять. Причем танк у них полностью комплектован. Да. Он этим не выбит, то что у него сейчас есть, он ничего не сделает. В борт не сделает? Нет. Двигатель там только в корму можно как-то извернуться, но это... А это что, здесь у бандюков что, отняли этот вампир? Наверное. А чё он это самое не плавал этот танк, не стал? Передумал. Плавательный так-то. Но они побоялись, вдруг утонут. Угу. Как? Мне очень технично, он ствол прогоняет сквозь эти дышло. Больше не кухню порой. Да? Ещё дымоход туда приделать. А с Доника, наверное, еду забыли. Давить. Интересно, Банжа сейчас часто там или нет? Прям к нему приехал Банжа, ну что ага. С доставкой надо. Так смотри, борт там стоит. Банжа все правильно. Прощай, Спит. Тёртый калач. Не, у лобешник сейчас стрелет не пробьет, наверное. Пробьет, тандем не пробьет. У него не тандем. А, тандем. РХС-овские танки, они более мощные даже, чем армия здесь. Ребята, он взял. Видимо, паника. В воду. Паника. Да. На туре в воду. ВХ! Спикера ВХ. Тут деревья палят. Кого это они так? Ну клира. Банза. Не, банза, не по банза, да, по нуклир. Нуклир вообще же. А молодец, он сейчас их наверное будет выкуривать. Они, возможно, сейчас за ним поедут. Там банзай, там примет. А, да, прям в бочину. У
А как этот СПМ красный технично бонзая обходит? Утонули. Видишь, плавают, не боятся. Видишь, что творят. Офигеть, еще и танк плавающий, да. Да. А скрипт, Паша, а ты скрипт раскладывания ОПВ сохранил здесь, да? Или он не снимается? Блин, что-то Джордана как-то навели, не это. Здесь он щеки помог. Лита отлично подтвердил. Майдер, как ты не все, ты понял? А, вот наверху. Кто тебя убил? А? Кто тебя убил? Ну, это не знаю. Нет, это несколько закончили, не ворбать сразу? Да нет, вдруг. Там он несколько положил. Банзай. Банзай за конкурсом бежит моим. Он ранен. Вот Каркарыч корчится, ранен. Ну как-то, блин, выживший. Смотри, смотри, Аздоник читер. Лезут, лезут они. Смотри, под БМП залез. Черный с... Зеленый под БМП пытается залезть. Гранату сейчас фугас будет у елки от танка. Слышь, тут чувак гранату под себя кинул, под моим полёк. Ну он дурачок потому что, наверное. Кто кинул? Чёрный сотник. Тут я первый раз такого вижу, да, чёрный сотник. Кто такой, никто не знает. Всё, здание. Уже неизвестно. Ну всё. Бонзай, ну возьми. Сейчас ещё взорвётся где-нибудь своей помощью. Кто? Он с БНЗ? М? Он на двух минут подойдет. Ты звонишь в Дезнов, что ли? Нет. Все, конечно, снижу, где он? Перелёт. А ты куда вообще стреляли? Ёлки, да, ёлки, да, ёлки. Я куда-то стреляли. Ну что, я... Наверное, он хотел Куклера убить, или кто там был еще. Что, там больше советов нету? Бонзай конкурс. Там, мне кажется, он ничего отсюда не увидит. Да, он не успеет, мне кажется, он танк уже увидит. Да, там да ему не надо ничего увидеть. Танк рано или поздно поедет вперед и поймать. Он неплохо ориентирует сейчас. При подходах к городу все. Это захлебнулось. Эти гонзы в городе, три или сколько там человека в городе наших, и что-то они его не заметили. Смотрю, Каркарыч не очень хорошо. Ну, ему из бэхи прилетело. Когда он бэхи в лобешник засадил в башню. А ему в ответку прилетело. И он выжил. Бежит, бежит. Бежит он. Гонза? Гонза, да, бежит. Да. К ребятам. Нашего двора. Бонзай, походу, нашел место сейчас, пусть. Мимо. Не попал. И... Сейчас ответка прилетит. А там один выстрел? Да. Бонзай, бонзай. Все, танк теперь будет нагибать. А у него нет этого, что ли? РПГ зали? О, ой-ой-ой. Ничего, по сути. Чуваки спалились. Чё? Кто? Бонзе не мог услышаться. А? Они в доме, что ли? Ходи. Ходи. Да.
сейчас так топочет по этому ламинату. Паркет. Че, они воду едут там? Наверное. Прикинь, сейчас утонет. Не будет. Ой, там кто-то закричал. Там 5 метров. Вышел, все. Все, потонули. Мы победили. 10 из 10. Че с танком случилось? Он на мине, что ли? Утонул. Да, утонул. Кто-то очень предусмотрительно туда мину поставил, да. Жесть. Я не видел его, но слышал. Блин, это так конкурс криво поставил. Целюсь на танк и снаряд просто перелетел почему-то. Мы это видели, Банзай.